Александр, у Торгового оформили протокол. Тут уже две машины подъехали, ДПС. Что, Александр, все оформили, да, отпускают? Все оформили, ну, отпускают. За то, что не показал сигнал поворота, выезжая со двора. Вот, этот инспектор, в общем-то, мой хвост, он меня сопровождает. Вот уже третья машина подъехала, вот, ДПС? Вот, видимо, третья машина подъехала, это все наше сопровождение, поэтому... Я у него знал, будете дальше за мной ехать, он сказал, говорит, а мне больше делать нечего, буду ездить за вами. То есть он откровенно признался, что будет дальше нарушать закон, да? Да, но если ему делать нечего, пускай он за нами теперь едет, ну что ж делать. Ну покатаемся, да? Ну ладно. Поехали покатаемся. Ну покатаемся, значит, да, ну что ж. Три машины будут за нами кататься. Да, хорошо, поехали кататься. Вот, тут оформляли, тут еще машинка подъехала, а третья машинка проехала мимо. Ну что, сейчас поехали мы дальше. На данный момент трансляция прерывается. До следующих встреч.